танцевальный. Да, ну, мне нужна тут будет помощь зала. Помощь зала нужна в двух моментах. Во-первых, есть ли пары, которые танцуют вальс? Что, нет никого, кто не умеет вальс танцевать? Я же смотрю много семейных телек. Ну, что такое раз, два, три, хоть знаете? Ну, дамы могут приглашать кавалеров, кавалеры там. Призы офигительные. Призы гарантируют. Кто выйдет, тому приз обязательно. Сможете? Вальс может быть. Вальс очень любой. Ну, ладно. Сейчас нам. Кто нам поможет? Что все такие трусливые стали в этом мире. Да, ладно. Тогда давайте так. Помощь зала нужна во втором моменте. Все должны того, что вальс все знают, да, что такое. Раз, два, три, два, два, три. Да? Вот раз, два, па, френ, за, 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 па, френ. Вот. Вот под это надо танцевать вальс. Все очень просто. Па, френ, за, па, френ, за, па, френ. А вот здесь прямо. Вот, например. Лучше будут подаваться на премии, конечно же. Вот, па, френ, за, па, френ, за, па, френ, за, па, френ, за, па, френ. Одна пара уже жесткая. Давайте, давайте. А зал нас тут плевать. Френза, па, френза, па, френза, па, френза, па, френза, па, френза, па, френза. В Америке паханой родился зал па, френза. Он был мальчонка странный с большою бородой. Френза, па, френза, па, френза, па, френза. Чтоб не казаться умным, гитару в руки взял. С ней дело много шума, уже без бороды. Па, френза, па, френза, па, френза, па, френза, па, френза. Сейчас кульминация. Писал он много песен, а вальсов не писал. Зачем же вы так плохо танцуете его? Все. Да, кто лучший пара у нас будет теперь, Оля? Всем призы? Да. Вы первые люди, которые танцевали вальс на Запа-фесте. В присутствии, можно сказать, маэстро виртуально. В присутствии других Зап. Так, первая чудесная пара, подойдите сюда. Но приз вам все равно положен. Вам вручается последний выдох Фрэнка Заппы. А вам последний пук Фрэнка Заппы. Следующая пара. Она из команды, она в разговорке. Вот за это и будет снести. Озма, тебе особый приз. Знаете, вот в книге Фрэнка Заппы есть там история про то, что когда в детстве у Фрэнка болел нос, тогда все лечили радием, и ему в нос засовывали капсулы с радием. Вот мы специально... С радием я еще не совала в нос. С радием. У нас есть капсулы с радием, идентичным натуральному. Вот это тебе достается, в нос лучше не засовывай, но можешь съесть. Я могу поделиться с кем-то. Так. Я коноплёв, если что. Коноплёв. Вам вручаются кильки в томате и предмет, чтобы... Да. Глазки. Чтобы выковыривать глазки. Спасибо. Салфетки.